about you, memories of those filthy things that we do. No one single thought that is left after sex with you. Should I left my pants on this time, but instead you had to let me die right in. Should I left my pants on this time, you let me die right, you let me die right in. Привет, я Иван. Я сегодня хочу показать, как играется песенка группы Limp Bizkit No Sex. Гитара моя настроена в стандартный для Веса Борланда строй ре бемоль. И, соответственно, вступление играет следующим образом. На пятой струне пятый лад. На третьей струне седьмой. Опять пятая струна, пятый лад. Шестая струна, шестой лад. Затем открытая шестая. Пятая струна, третий лад. Третья струна, пятый лад. Пятая, третий. Шестая струна, четвертый лад. Ритм следующий. И раз, и два, и три, и четыре, 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 и... Припев играется пауэр-аккордами, начиная с пятой струны, седьмой лад. Пятая струна, третий лад. Шестая струна, третий лад. Пятая струна, пятый лад. Опять пятая струна, седьмой. Третий. Пятый. Шестой. Седьмой. И концовку я играю. Шестая струна, восьмой лад, это тот же самый пауэр-аккорд, что на пятой струне третий лад. Просто для того, чтобы было удобнее переключаться между... Бридж играется те же самыми пауэр-аккордами. Но делается palm mute, достаточно такой сильный. Ну и по нарастающей идет припев. Надеюсь, вам понравилась песня, легкая. Попробуйте. Спасибо за внимание.